Добрый день, меня зовут Иван. На все звонки, на все запросы отвечаю только я. На форпосте, на WhatsApp, на YouTube канал. В отправке по всей России льготные тарифы есть. Тоже являюсь только я в отправке. В получении денежных средств тоже только я. Представляю вам еще один отличнейший трактор Inmar F215. Выдовый трехцилиндровый дизель с фрезой. С японской электрической сеялкой. Вот такой трактор пришел. Так его продаю, ничего по отдельности. Трактор, ну, трактор в отличнейшем состоянии. С очень маленькой наработкой. Шины, ни одной репки нет. Трактор не крашеный. Трактор по дискам. 89-й год. По всем дискам. Состояние трактора, видите. Даже скола, ничего нету. Все электрооборудование, сеялка, все работает. У сеялки есть еще, ну, снимать, чтобы легко механизм. Как бы все это есть. Трактор вот в таком состоянии. Только получил 551 час. Абсолютно родных. Ни полчасика, ни часика, ничего не смотрено. Трактор вот. Ржавый. Номер рамы вот здесь указан. Вал отбора мощности у него 4 скорости. Это ручник, вентиль гидросистемы. Видите, все наклейки. Вот. Даже наклейки в каком состоянии. Рекомендации, на какой передаче, какая скорость. Резы, как установить, что куда заливать, все таблички, все на месте. Это делитель, раздатка 3 скорости и абсолютная механика. 3 скорости, получается 9 скоростей вперед и 3 назад. Сидушка родная, все целое, вот видите. Ну, часы соответствуют. Вот шилдик F215D. D означает, что это выдовый трактор, без D это не выдовые трактора. Какие-то шплинты японец оставил, ящик. Навеска универсальная, трехточечная, можно ставить абсолютно любое навесное оборудование. Тоже даже здесь вот все наклейки сохранены. Мощный фаркоп стоит. Трактор вообще, ну, просто обалдеть реально. В моторном отсеке так вообще, когда открою, вам покажу, там все в родной краске, толстым слоем. Фреза тоже в отличнейшем состоянии. Хоть у нее есть автоглубина, автогоризонт, но есть еще и вдобавок опорные колеса. Отделы для формирования грядок. Все, вот, все это есть, все в таком отличнейшем состоянии. Рабочая ширина 1,40 м. Вот шилдик на фрезе даже. Все. Гидроцилиндр. Вот шины. Задний тоже жирный, без трещин вообще абсолютно. 89-й год. Это управление вот это, автоглубиной, гидронаклоном, всей навеской. Это ВД отключаемый, в этом положении выключен, где вот эта галочка, это включена блокировка дифференциала заднего моста. Вот трактор. Это управление сеялкой, это включать-выключать, он сразу работает. И это, ну, скорость подачи семян. Все работает, все, вот видите, все наклейки даже на щитках. Все это есть. Это ручной газ, левый, правый фрикционный, задние мокрые тормоза. Это ножной газ. Вот состояние, вот как красочное вы видите. Передние, правые шины. О, огонь. Сеялка тоже в отличнейшем состоянии. Вот все. И все работает. Давайте заводим, тестируем. Сцепление, ключ. Сейчас тухнет.
Так, у нас горит, что фреза поднята, это означает парковка включена и уровень электролита. Но это аккумулятор видно, что новый уже стоит, японец поменял. И датчика этого уже нет, но он горит, потому что уровень зарядки вот это показывает, он не горит, так что как бы все отлично. Все отлично. Так, сигнал работает, левый поворотник горит, правый горит, фары. Фары все горят. Поехали. Вентиль открыт, кидает сильно. Сразу проверяем автоглубину. Поднимаю шторку. Фреза поднимает, опускаю. Все работает. О, видите, поворотники даже дублируются на стопы. Габариты горят. Вообще отлично. Гидронаклон фрезы попробуем. Вот это автомат. Все. Все отлично работает. Вот две кнопочки горят. Верхняя, если горит, отсвечивает зеленая, то значит глубина включена. Нижняя, это горизонт. Если все, то все включено. Все работает. Так, два отбора мощности, 4 скорости. Вот, легко переключается, 4-я максимальная скорость. Чехол на кардане целый еще, японский родной, даже с номером, под номером. Так, 4-я, 3-я скорость. Все, никаких шумов, ничего нет. Сейчас все скорости проверим. Вторая. Давайте первую. Ставим на пониженную. Первую с ручника ставим. Можно включить сразу и селку, вот, на галочку. Покажу, как работает. Вот семена закидываются, и вот крутится. Скорость вращения регулируется вот здесь. Вот сильно, вот эти быстрее. И вот разбрызгивает. Все работает. Даже какие-то схемы. Вот горизонт даже ищет. Вот видите, чуть трактор наклоняется, горизонт контролирует. Все это работает. Выключаем. Два отбора мощности отключаем. Давайте заднюю. Так, на первой ехали. Вторая. Видите? Второй делитель. Первая.